Всем привет, друзья! Сегодня покажу, как разблокировать видео в движении на Mercedes 211 и 219. Надо входить в инженерный режим. Для этого нажимаем кнопки Mute, Serve и End. Это вход в инженерный режим. Кнопки Mute, Serve и End, и держим так на несколько секунд. Нажимаем звездочка, решетка, левая кнопка навигации 357 или 138 или 147. Нажимаем звездочка, решетка, левая кнопка навигации. Если это не работает, нажимаем 357. Опять не работает, нажимаем 138. И нажимаем 147. После нажимаем меню DF Test. Если сразу нажать на кнопки 147, то ничего не будет работать. Поэтому сначала нажимаем 138, потом открывается это меню и уже потом на 147. Нажимаем на OFF, чтобы выключить ограничение видео во время вождения. Всем спасибо и удачи на дорогах!